Жители непризнанной НКР приступили к посадке винограда на полях, очищенных российскими саперами от взрывоопасных предметов. В тех угодьях, что находятся вблизи от линии разграничения сторон, безопасность фермеров обеспечивают российские миротворцы. В этом году, благодаря миротворцам, посевная кампания была организована без боев, и ожидается, что к осени местные жители соберут полноценный урожай винограда. С ноября прошлого года российские саперы уже очистили 1960 гектаров территории, обнаружив и обезвредив более 25 тысяч взрывоопасных предметов.